Вот заброшечка. Это горнолюбинка. А это наоборот. А здесь дизайн ландшафтный. Мне сейчас поедем на родник, поедем. Потом увидела вот эту вот желтую табличку и сказала: все, мы никуда не поедем. На месте этого дома была помойка. Это хорошо. Вот на таких местах надо дома строить, чтобы не было помоек. А вот этот мостик, вот его сносило. Вот если тот мостик, наверное, высоко расположен. Частный мост. У них тут написано злая собака у них. У всех у них злые собаки. Не, ну в принципе да, тут, конечно, они да, миллионы вложили, их можно понять. Платите и проезжайте. Ну даже заплату, по-моему, вас не пропустит. Так вот, его сносило при ледоходе. Вот казалось бы, нету льда. На самом деле появится скоро. В общем, проморгали мы ледоход, потому что нам никто не позвонил, даже за вознаграждение.
Мы не виноваты. Хотя странно, вот год на год не приходится. В этом году мы думали, столько снега было, а ледоход прошел вообще безобидно. Но если честно, в Заряновске маленько кое-что взрывали. Вот в этом месте всегда перекрывало, вот покажи. Вот в этом месте всегда перекрывало дорогу льдинами. Здесь огромный бульдозер потом расчищал. Вот представьте, здесь где-то метр, метр в высоту, все льдинами. А еще были времена, ну может быть все-таки товарищи еще в горах не пошел лед, я думаю. Может это только ближний ледоход, вот там маленький камнепад был. Поэтому бывает, что эта дорога в воде. Может быть, мы как-нибудь этой весной вам покажем. Побыстрее надо этот фильм выпустить. В общем, у нас получилось 4 часа. Мы записались на мойку автомобиля. Он грязный, даже снимать не буду его. Вот так вот с гор у нас бежит водичка. Вот, 4 часа. И кто может себе позволить в Центральной России взять, выехать из города, набрать себе родниковой воды, посмотреть на подснежники, на суперкрасивые горы. Ну вот это первые подснежники. И вернуться обратно. Так что сегодня надо смонтировать. Вот они, первоцветики. В прошлый раз здесь такой был фонтан любви. Капельный фонтанчик. Все, уже нет, уже растаял снежок вверху. Но мы вам снимем сейчас неплохой водопадик. Ну или так называется, водопадик. В общем, все горы усеяны сейчас у нас этими желтоцветиками. Подснежники. Ну, в общем, все желтое практически. А с этой стороны водопады горные. Тут место для селфи у нас, это наш водопад. А тут потом будет капельный водопад. Вот с этой стороны. Ну пока еще нет. Ну будет, будет.
Ну а вот действительно они настоящие. Желтые полянки. В общем, солнечная сторона. Еще не все подрастаяло. Но скоро и белые проклюнутся. Скоро и белые тоже начнут. Быстро едешь. Подснежники. О, подожди, вот красота. Вот так медленно. А вот они, белые, кстати. Точно. Все, видите, оказывается, белые, сиреневые, вот они. Ну вот они льдины, вот там вы можете, ну, где-то сантиметров 50-60 точно ледик, наверное, если не больше, там не до метра доходит. Но не случилось. Oh,
красота вокруг вас. Вот отъехали немножко, и тут вообще... Не знаю даже, как сказать слово. Вообще и все.